Заходи на csgofast.ru, ставь свои предметы из CSGO и выигрывай ставки других. Вносишь скины, и по достижению максимального количества игроков и их скинов система автоматически определяет победителя. Шанс выигрыша зависит от стоимости внесенных вами скинов. Ссылка в описании. Там простреливают. Что делать? Зига. Нет. На зиге. На зиге был. Вылез. Выснулся. Наверное, еще картинки разглядывал. Ты понял, я понял, да, я понял. Вот эту я возьму, вот эту не возьму, блин. Главное, чтоб стрелял. Че? Через что пойдем? Готов. Лонг готов. Один на Б бегает. Где его? Уже нигде. Че, может, Б? На Б двое постоянно. Тогда бомбас. Один с нами на мид с Тёмки. Welcome, блядь. В Тёмке один. В Тёмке лёг. Бокс, ребята, бокс один. Покоцаны, пацаны. СХП, ребят, всё, сами давайте. Всё. Ой, блядь, спаун. Нормал. Не отпустил, пацаны. На длине постоянно вылетает. На Б постоянно один. Один там постоянно в уголке слева сидит. Давайте попробуем, брата. Я направо убежал. Блять, тварь. Зига, это ублюдок, блядь. Блять, да что ж они там теперь высиживают, блядь, постоянно. Их двое там. Низ, Тёмки, низ, Тёмки. Вот сучонок, прям ж в него, блядь, въебал. Сзади. Да, что-то разъебали нас. Не, когда много в Тёмку идут, это хуёво. Я купил палаш.
Давайте я в лонге. Давайте я Давайте лонг тогда. Давайте выдаем лонг, я Зига. Давай. Идите, Блин, мне хп мало. Я пока смотрю с темки. Один на мид с темки ушел, ребят, с темки на мид. Ребят, двое на А. На Б пацаны, последний на Б остался. Вот идет, да, идет, Лига, это слева. На спаун. Спаун ушел. Иду. И на Б быстро, Лига. Я бомбу. Сажали. Сижу на миду. Бежит, сука. Видишь меня, Вовчик? Да. Да нет, сейл. Не, респа чисто. Может, на наш. Где-то. А он где-то. Где он был? Он в яме сидел. Поддона. Но денег он не получил. А я просто что-то случайно увидел, что-то бегает зеленое. Что-то неудобно, блядь, когда они играют. Как и всегда. Да, блядь, что-то он... Ой, блядь! Чё-то... Что такое? Очко случайно обрыв. Бомбу кинул своему. Что делал? В тёмке гранат кидает. Зачем? Есть там один. Сидит. Есть один в тёмке. Уже нет. Блин, извини. Блядь. Где Тонь? Яму убил, а где-то да, оттуда стрелял. Лонг. Один в темке, ребят. На нашу респу побежал, походу. А свободно. Да какой свободно? На ланге, помогите, на ланге. Последний может с коробки зайти. Да-да, смотри, лонг, да. О, отлично. Там нормально. У них на Б постоянно двое. Сейчас попробую, короче. Пойдем прикрыть тебя на Б. Давай. И все на Б рванули. Ну давай, попробуем. Приходите справа, справа. Дымлю низ, дымлю низ. Вот сейчас мне хп нанес. У него 20 хп. Ебать, даже не выстрелил ни разу. Экономил патроны? Да.
Ой, блядь. Черт. Что творится, нахуй? Галил зачем-то купил, да? Нормальная пушка, черт. Ну вот, не хватило на мою горючку. Куда? Я посижу, подожди. Пусть думает, что я иду на... Ко мне легенд что-то подошел, морду кривится в этот... В прицел прям. Ебать. АВП, ну ладно, ладно. Слышь, давай до другого кинем. Давай, давай, окей. Блять, как... Как он ждал меня прям, давай. На зиге один. Мне тоже есть. Что-то сегодня вообще не прёт, блять. И этот, и Тёмка, мид Тёмка. Давайте я там буду посматривать за всеми. Лонг. Почти убил одного. Поцаны, короче. Вов, ты ебал его? Тот, что вышел на Б, да. На Б там, на Б, осторожно. У него мало хп, мало хп. Прям, прям, бля. Ой, у него красная линия статрак. Бля, бля, я же видел, как он не заметил. Где он? Ну, выскочил с ворота. Я теперь, конечно, не знаю, где он. О, мне еще интернет решил подлагнуть. Нормально, зато убил. Во, в конце, в конце. Ах, не попал. У меня просто было 8 хп, по-моему, или 11. Купил Галил, блядь. Да вы как-то все, этот... Я одного увидел на зиге, одного разложил с коробки. А где вы бегали? Блядь, что за хуйня сегодня творится? Не могу выиграть, блядь, не настроение. Тончик, играй, не ной, блядь. Да иди нахуй, блядь, я заебался, блядь. Сыграл заебался, играй в Майнкрафт. Нормальная да тема. Угу. Там тебе не надо ни прицелы менять, ни скины. А еще лучше яма, копатель яма, онлайн. Яма. Так, отлично. Чекаю Тёмку, короче. Блядь, что-нибудь есть поинтереснее, блядь? Два осталось. Походу они на Б. Жопу чекаешь? Ну я смотрю в Тёмке. Где? Где? Ой, блядь, вышел, вышел, вышел. Вот это как-то, блядь, вообще странно, странно, блядь. Так, он где-то на А там прётся, блядь. Ну понятно, понятно. Ну, блядь, давай. Хотел его с ножа, короче, убить, но не получил. Да, это как-то слишком. Ай, опять бомба у меня. Не хочу я с ней. Передай дальше, блядь. Угу. Следующий. Пойдем попробуем на быстро вдвоем, только ты просто не дыми, просто чекай, чтобы с мида на Тёмку никто не зашел. Я попробую эту выловить. Все, тихо. Не бегай. Все, сел. Че там у тебя? Бля, ёпта. Бомбу кинули просто. Но походу никого нет. О, где-то. Ой, там уже вообще. Где, где ты разносишь? На Б что-то тихо пока. Мид, 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 мид. Один мид, мид, а один простреливает их респу. Вот так вот. Я как это, знаете, блядь? Муха, ты на Б. Я как этот, знаешь, как этот, как в танке, когда играешь, есть такой, который танки едет, едет, блядь. Тут один такой. Я бегаю, свечу, где сидит, да.
давайте еще. Мне нравится. Че говорит он? Он говорит, ему танки не нравятся. Он говорит, ты что, в танки играешь? Не, я не играю в танки, просто как-то играл один-два раза. У меня просто друзья все играют в танки. И как бы, блядь, каждый день с ним слушаю, блядь. Мне не нравится. И мне тоже не нравится. Не, я не играю, я не играю. Он задротит. Да иди, здесь. Он в Майнкрафт играет. На Xbox. Блядь, чуваки, я задумался нахуй. Задумался? Да, Xbox выйдет сейчас. Да он на все выйдет, только чуть позже потом. Коробки еще один. Я на Чара 4 жду только сейчас. Ребят, вышел на Б. Ой, на нашу респауну. Один в темке. Свалил обратно на Б. Направо. Справа он там. Фернандо, блядь. Я, кстати, записываюсь, если что, что, ребят. Так что не читерить. Ну. Потом выложу. Даже походу им похуй, не понимаю. Не, мне сегодня вот этот Трейс писал, короче, типа. Сначала он меня спрашивал по поводу этого. Чего? Один на миду. По поводу типа WWE. Типа, стоит ли брать? Ну, рестлинг. А потом говорит, слушай, а это типа не ты ли случайно обзоры на DayZ типа записываешь? Я говорю, ну, был дело. Ну тогда я типа тебя видел. Вот. Знаменитый его ты стал. Да. Секунды не хватило. Ага. О, Фин, он Фин, бля, ебаный Фин. Обласкал парня, Тинч. Давайте мид почекаем, а потом уж. Ну он легенды хочет. Я пистолетный раунд, это мой раунд. Во, ты бы поменьше пиздел, у меня нож в руках. И побежал я куда-то. Куда ты побежал, нахуй? Зига. Да не суйтесь, не суйтесь, ребят, на шорт, не суйтесь. Бля. Как бы побежал. Ну я накоцал там. Нормально. Ну давай, Тончик. Бля. Ну там они уже. Нормально. Да нет. А, этот Мария Т. Давай я шорт теперь. Кто так быстро чекает мид? Да нет, был же, там же стрельба была, кричали же мид. Ну кричали мид, но не кричали зига. А когда я вышел, уже четверо стояло на зиге. Ай. Ну мид-то подразумевает. Так, что-то на Б, ребят, движуха, на Б. Да на зиге, походу, опять. Не, яма, все яма. Везде за граната буду так вынуть. На А уже ребят ворвались. Блять, что-то мне напоминает этого. У них уже петухи, короче. Они не сыграли в эко и разложили. Да нас. Ну нахуй, блядь. Это не нахуй, это петух. Я скорее пошел. Давай, давай. Чё-то хуйня не надо. А мы тоже выигрывали 11 на сколько-то. И помнишь, просрали 16 на 13.
как бы история не повторилась бы. Да не, видишь, мы играли, ну, по крайней мере, я играл точно в Эко, а эти уже с петухами бежали. Очень-очень плохо. Да ничего не плохо, то ничего. Кроме твоего счета. Сейчас поправим, блядь. Я на Б пойду тогда. На Б. А мид кто смотрит? Ну, блядь, я бы. А кто мид смотрел? На кой хуй трое побежало? Ну, все ясно. Блядь. Я с таким говном с МП-7 не смогу вообще ничего сделать. Да, сможешь. Говорю, блядь, а никто не смотрел. Он зачем-то с нами третьим побежал. Легенда, смотри, мид, хорошо? Не, ну все, а че? Вот там будет кроп. Ну, он пойдет. Тебя не слышно, я пойдешь на кроп. Я не понимаю, зачем этот чувак пошел с нами на Б. Гранаты. На Б иду. Б, по-моему, Б, по-моему, блядь. Б, ёпты! Теперь я один, да, был на Б? А, сволочь, мне как мне... Вот эта вот пукалка, она меня раздражает, реально. Как нахуй ты её берёшь, блядь? А с чего я тебе куплю? Там трое, двое с... А. Блин. У машины один сидел. Да ладно, сейфси, наверное, уж. АВП, можно вещь. У меня цели проигрывать, я понимаю. Короче, ребят, я на Б. Один? Да можно и один. Давай, мид, главное, давай. Почекайте. Это Б, ребят. Один был на лонге, может пойти с мида. Смотрите. Да ладно, блядь. Да их трое осталось. Дальше странно, как-то они начали. Не, они на длину особо не ходят, у них зига и Б. Почти. Он не успел все равно. Ну вот так и родят. 2Б. Мид, зига. И небольшой третий. Длину пойду. Не смотреть.
пункт не смотрим, короче. Хорошо, хорошо, тогда на Б иду. Все ушли. Что там? Зига, скорее всего, пойду. Зига, 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 видел головку. Бля, головка. Воу, чё-то этот чувак разошёлся. С двух сторон. Длинный. Я мало людей пройду. Да вот этот Мари, что-то как-то резко он. Бля, вы чё за хуйня, пацаны, творится? Ни одного раунда не выиграет. Да. Опять через меня не пошли, да? Нет. Они зига и длина. Бля, сейчас на Б пойдет. Я зигу один буду. Что-то в темке у нас. Я не знаю, кто мид нас смотрит. Я смотрел один на зиге лег. Больше не было. Тончик, ты на Б? Да. А, ребят. Блядская скотина, блядь. И на Сити у нас на респе. Тончик пошел на... Ничего. Что? Отлично. Дефьюз, Тонь, дефьюз. Только кнопку не отпусти, ради бога. А где он, блядь? Ты сначала раздефьюз, а он его в руках. Вон там за бочкой глянь, сзади, 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 вот здесь. А, там никого не было, мне показалось, трупак лежит. Так, ладно. Че тут реально, как запись включаю, сразу вообще дерьмово начинает. Я выключил. Это не тот вариант, блядь. Не, я оставил. А че встал? Ребят, длина, смок идет и флеш. Только что на, мигу, на миду прыгал один. На миду, о. Двое идут на это. На чем? Лонг, двое. На, уже, ребят. Флешку кину. А ВП нужно? Да нет, Тончик, одна ВП хватит. Все хорошо. Ладно, не буду. Б. Угу. На Б давайте трое можем быть. Ладно, давайте я вдвоем мы на Б там мид смотреть. Хорошо. Дым кидать? Не, пока не надо. Флешки, флешки, ребят, флешки, 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 флешки. Просто локи ты красавец. А мне нравится их так простреливать. Либо в темке, либо на мид ушел. О, все. Даже не раз не стрельнул.
расфидели какого-то, да? Да не, мне нравится, когда вот они все бегут так, как стадо. Я хоть вижу и просто... Сейчас зиг, скорее всего, пойдет, блядь. Прямо дым сейчас, ребят, кидайте дым на все щели. Я сейчас дым. Ну, мид, я им на зигу кину огонек. Кину на лонг кину. Я им затушил. Это Айли и Зига, ребят. Зига. Бля, кто ж так слепо-то на мид кинул? Вышли? Ну, один лег. На Зиге, ребят. Отлично. Ебать. Просто всех покоцал. Я просто от бога сегодня играю. Угу. Я им опять, короче, зажигалку на Зигу кину. Я нахуй это выставлять не буду, блядь. Тончик, беги, короче, на Б. На Б, давай, хорошо. Или если Лига пойдет на Б, то иди на А. На, пойду тогда. Давай. Лонг. Дым на лонге. Лон. Угу. Блин, покоцаны, ребят, извините. Не яма, не сейчас. Бля, что они слепнут? Покоцаны, короче. Хорош. Последний остался. На Сити. Все. Не руки побеждаем. Отлично. Ой, бля. Вторую игру выигрываю, меня не повышают.